Ну а в Якутске в честь праздника состоялся торжественный митинг и патриотическая акция «Мой флаг». О том, как она прошла, расскажет Марианна Кутукова. Под звуки государственного гимна флаг России поднимают участники торжественного митинга в Якутске. В их числе члены правительства республики, руководство города, молодежь, жители и гости столицы. На сцене почетные гости нынешнего праздника, заслуженные мастера спорта России. Якутские спортсмены, которые поднимали российский флаг не только на международных соревнованиях, но и на 23-х сурдолимпийских играх в Турции. На этих соревнованиях наш борец Василий Стрекалский стал чемпионом сурдолимпийских игр. Ну, как говорится, как сказать, ну, когда он выходил вот на пьедестале почета, мы очень гордились. Ну, словами тоже можно говорить трудно, но такие эмоции были, такая гордость, ну, сплачивает наш народ. Бело-сине-красное полотнище впервые подняли более 300 лет назад над первым русским кораблем «Орел». Поэтому для речников, которые тоже стояли ровной колонной на митинге, день российского флага имеет первостепенное значение. И на каждом судне ежедневно с 8 часов утра поднимается наш российский флаг и 8 часов вечера опускается. Поэтому для нас это традиции, это сохранение нашей государственности и любовь к отчизне. Также традиционно в этот день отличившимся школьникам вручили паспорта граждан Российской Федерации. В этом году из рук премьер-министра Евгения Чекина главный документ получили 9 учеников столичных школ. Главным событием Дня российского флага в Якутске стал большой флешмоб. Более 200 человек выстроили на площади Ленина российский триколор. Символ славы многих поколений, символ, объединяющий народы нашей многонациональной страны. Патриотическая акция «Мой флаг» прошла по инициативе молодежи Якутии. Российский флаг длиной в 385 метров растянули представители студенческих отрядов, национальных общин, а также воспитанники лагеря «Сосновый Бор». Это праздник дружбы народов, да? Это праздник единения. Ну и все равно какое-то вдохновение, счастье, потому что есть такой праздник, потому что есть у нас Родина, есть у нас российский государственный флаг. Что для тебя значит этот день российского флага? За Родину, за Москву, за то, что мы победили войну, ну не мы, наши прадеды, дедушки. Вот. Это праздник нашей Родины? Да. Как флешмоб? Тоже хорошо. Подготовились. Марианна Кутукова, Максим Ростовцев, Радомир Томский, Михаил Андросов, НВК Саха, Якутск.